Друзья, счастью моему нет предела. Я только что нашла целую поляну сморчков. И они такие классные. Наконец-то они начались. Смотрите, какие они огромные. Боже, как они пахнут. А тут их целая поляна, представляете? Супер. Смотрите, какой большой. И Вика тоже нашла, говорит, еще 5 штук. Я пока 3 нашла. Вот один, вон второй, сейчас я его достану. И еще сейчас на полянке там увидела один. Ну, классный, конечно, размеры впечатляют прям. Класс, сморчок конический. 6 уже кричит, супер. А нашему восторгу нет предела. Сколько же их тут. Какая красота. Супер. Идем, идем косить. Туда вот, смотри, весь заросли, там еще больше. О, вау, там вот, ребята, смотрите. Вот. Вот у нас еще один сморчок, вот еще один маленький. Ну, это прям подсох уже. О, вон там, вот, смотрите, какой прям. Ух, ух, класс. Вот это у Вики уловчик. Так, маленький тоже, да? Это маленький. Тут какие симпатяги. О, смотрите, какой он шикарный. И вон они все. Опа. Их. Ох, класс. Вот сколько вот, там? 2. 3, да? 3. Супер. Ой. И там, еще один, да. Будет еще один. А вот, да? Вот он, ага, вон. Прям. Ой, какой большой, класс. И вон там в дебрях. И в дебрях еще, говорит, там что-то есть. Ну ты срезай, срезай. Вон он, да. Вижу, вижу. Перчатки повесила, телефон бросила. Вот он. А вот еще один. Да, но я говорю, что вот их все тут. Вот они. Вот сюда. Ох, вот. Какая красота. Держи. И там он еще один, да. Да, тут не один. Супер. Вот это уловчик, я понимаю. Слушай, не зря поехали после работы сегодня. Конечно. А завтра бы нас кто-нибудь бы опередил. Вай-вай-вай-вай-вай. И там еще один срезала, да, был? Да, вот и кругленький. Ой, ну класс, ребят, это класс. Мы так счастливы, прям безумно. Ой, мне попался еще один красавчик. Какой же он красивый. Просто класс. Привет всем, друзья. У нас сегодня будний день. Есть в запасе несколько часов. И я вырвалась со своей подружкой Викой в лес. Точнее, в посадку. Конечно же, куда мы еще можем ездить за сморчковыми. Это посадка. Все та же посадка. Могу сказать одно. Сморчковой шапочки, конечно, уже не так много, как в прошлом ролике. Но мы сегодня нашли уже больше сморчков. Сейчас покажу вам. Ну, вот так вот, в принципе. Полчаса как гуляем, только зашли недавно. Есть 4 сморчка и немножко шапочки. А вот идет наша Викулька. О, всякие разные. Ой, ой, так, ой, сморчков много, да? Да. Ну, почти пол-ведра, ну, да. Классно, ну, да. Поменьше, чем половинка. В принципе, за полчасика по лесу, вон, по посадке. Тройнички. Тройничок. Какие? Шапочка уже отходит, да. Уже очень много засохшей, да, но появляются подсыхает. Сморчки. Да. Что не может не радовать нас. О, какой большой. Ой, да, крупный прям, класс. Красота. Супер. Да. Трава просто заколосилась, что не может не мешать нам искать сморчковую и сморчки. Ну, сморчки, если их видно издалека, то, конечно, это да, они высокие. Если они высокие и большие. Но сморчковую по такой вот, конечно же, смотрите, достаточно прям большая трава. Считаю, что почти до колена мне местами. Искать ее уже очень тяжело, но мы не сдаемся. У нас еще, в принципе, есть минут 40, где-то примерно час времени. До того, как солнышко сядет уже у нас в закате. Поэтому продолжаем искать. Встречаются навозники, также попадается и саркасцифа. Но мы ее, конечно, уже не берем, ни то, ни другое. А смотрим уже конкретно сморчковые. Вот я иду. Сейчас вот попался вот такой вот, смотрите. Ну вот он. Ну, то есть такие маленькие, хиленькие, по чуть-чуть. Но есть. Но уже не так, как в тот раз. Трава, да, высокая, конечно. Но все-таки можно в этой листве. Смотрите. Вот один грибок. И вот дальше поменьше второй. Трудно заметить, конечно, уже. Трудовые грибочки в листве прячутся. Бесстыдники, ну, совсем не прячутся. Так и светятся на солнышке. Один. Второй. Где-то рядом еще я видела. Ой, где же он? А, вот он. Вот он. Красавец какой. Ну, такой водянистый уже. Ножка прям водянистая. Ну, в общем, проверили мы свое место. Нашли немного сморчков конических. Шапочка, в основном, она уже вся отходит. Очень много, в принципе, и маленькой. Но нужен дождик. Нужен дождик, но у нас передали прям такую жару капитальную. 23-22 градуса. Я думаю, что если не будет дождя, то ей уже все. В принципе, надеяться не на что. Ну, можно, конечно, наведаться на это место будет еще через неделю. Но мы сейчас, у нас еще есть немножко совсем времени в запасе, мы проверим сейчас еще одно место свое тайное. А вдруг там тоже что-то попадется. Поэтому посмотрим. Покажи под этой, под шляпкой. Нет, это шапочка. А шапочка. Второй сорви, покажи. Они очень похожи на... Ну, это полусвободный. А подними под низом, посмотри. Это полусвободный. Угу. Это сморчок полусвободный. И их тут, ребята, вау, много. Просто невероятное количество. Как мы сюда заехали. Вот это класс. Будем. Удачно. Будем косить. Жалко, что мы не взяли с собой ничего. Ни корзину, ни ножей. Прям очень плохо. А их тут прям много-много лезет. Будем, значит, так сейчас. Хорошо, хоть пакет с собой. Большой пакет. Большой. В общем, наловим, сейчас вам покажем, что поймали. Какой вот итог потом будет в итоге в конце. Птицы заливаются, классно. Ну вот эта находка прям, ну, радует, ну, классная. Это сморчок полусвободный. Полусвободный, потому что он наполовину приросший, а наполовину нет. Классный. И не шапочка, и не сморчок. Нечто среднее. Тоже класс. Сегодня у нас прям встреча трех грибов. Сморчки, шапочки и полусвободные сморчки. Вот видите, ребят, как они. Раз, разрыл листву. Будут еще, конечно. Вот второй. Ну, класс. Вот сейчас... Вот третий. А, четвертый. Блин, жалко без ножа. Пятый. Сейчас кучку. Шестой. Маленький, но мы их возьмем тоже. Вот еще один. Еще. Разрываем листву. А тут еще, еще. Еще. Вот какая прелесть. Видите, как много получилось. Ой, классно. Да, здесь у нас, ребята, удачно мы так остановились. В этот лесок. Сморчок полусвободный здесь мы находим. Его прям тут много, и он маленький, не может не радовать. То есть, что это означает? То, что мы скоро сюда еще раз приедем. И здесь еще много-много нарастет. Но они присыхают, так как у нас очень жарко. Поэтому мы берем их, пока есть возможность взять их в нормальном состоянии. Птицы поют, такая красота. Уже вечер. Мы вообще должны были уже домой ехать. Но нет. Мы заглянули еще в одно место и не прогадали. И не прогадали. Маленькие, но смотрите, какие. Какие они классные. Пахнут волшебно просто. Ну что, нормально мы без ножа, без корзин набрали уже так достаточно. За этот пятачок, что мы обошли, в принципе, прям хорошо. А глаза ищут, разбегаются. так вот, видите, в другом месте абсолютно другие грибы. Сморчок полусвободный. И так как здесь очень жарко, видите, они уже начинают подсыхать вот в таком состоянии. То есть надо брать здесь и сейчас, пока есть возможность. Поэтому берем. Ну что, друзья, вот закончилась наша сегодняшняя разведка на сморчки. Были у нас и шапочки, и сморчки. То есть смотрите, как достаточно, в принципе, сегодня прилично мы набрали, крупненькие. Шапочка, сморчки конические были. И что не могло не радовать, нам сегодня попались впервые за этот сезон, это сморчки полусвободные. Да. Вот они, какая прелесть. Но вы видели до этого, мы вам показывали. Такая вот красота. Полусвободные сморчочки. Ох, много их тут. Времени у нас было совсем немного, пара часов. Ну, за пару часов мы, в принципе, успели сегодня достаточно много. Вот она, да, красота. Обалденные. Знаете, видите, они какие темненькие, прям класс. И у меня немножко, ну, это тебе. Спасибо большое. Какая прелесть. Лесные цветочки. Да. Так что, друзья, класс, сморчки пошли. Да. Ура. Собираемся. А мы едем домой. Да.